Курские художники тем временем покоряют столицу. В Москве в галерее современного искусства «Альянс Арт» на Поклонной горе откроется персональная выставка курянина Юрия Глюдзы. Наш корреспондент Юлия Матвеева пообщалась с мастером и узнала, чем он собирается удивить москвичей. Дверью в прошлое Юрий Глюдзе открывает дверь в будущее. 75 полотен. Срез творческой жизни мастера за последние 12 лет. Картины, написанные с пленарных этюдов, и фантазии автора, реализованные в мастерской. По этим работам можно проследить становление художника. Я учился вот в училище. Где-то с третьего курса стали появляться какие-то работы, которые я сейчас очень ценю. И в них какие-то тенденции такой французской школы. Я увлекался изначально Сезанном, потом приехал в Курск. Здесь всегда были тенденции более реалистической направленности. И это наложило тоже отпечаток. Масштабные полотна Глюдзы, часто размера XL, идеально смотрятся в просторных столичных галереях. Но дело даже не в этом, а в удивительной красочности художника. Его полотна – идеальный материал для цветотерапии. Действительно, я думаю, что цветом можно, если не лечить, то, по крайней мере, поднять настроение, как-то повлиять на эмоциональное состояние. Это, мне кажется, это не мной придумано. Яркие пейзажи солнечной Италии, лаконичные натюрморты, десятки абстрактных работ. Торжество геометрии, буйство цвета. Тот самый Глюдзе, которого хорошо знают в Курске, скоро раскрасит и замерзшую Москву. Юлия Матвеева, Максим Леонов, телеканал «Сеим».